Завожу тесто на булочке. 4 яйца. Пол литра молока. Дрожжи. Быстродействующие. Сахара, стакан. Чайную ложку соли я уже положила. Ванилин. Муки. Пачка маргарина, пачка дрожжей, пачка ванилина, пол-литра молока теплого, муки на глаз я сыплю. Потом еще растительное масло насыплю, сахар, соль, ну как всегда в общем. Волью еще сюда маслица. И замешу. Вмешиваем минут 5-10. Ну, 7. Чем больше, тем лучше. Тем тесто будет лучше дышаться. Яблоки. Начинка для булочек. Яблоки. Сахар. Корица. Сейчас буду делать пиццу. Это сыр, это колбасы, майонез, соус, кетчуп. Помидорок нету. А это начинка для булочек. Яблочки с корицей, с сахаром. Ребенок ни с чем не любит, только колбаска и сыр. И то сыр разрешил по чуть-чуть.
так что я ничего не ложу. Ну, помидорки бы были, положила их, пока нет. Вот именно! Я уже замораживала помидорки, вот нашла на пиццу помидорки, резанные уже кругляшками, наложила. Сейчас смажу яичко, булочки. Делаю начиночку на пирог. Картошка с мясом, с луком. Картошечку маленько припущу, припарю просто чуть-чуть, чтобы она была полуготовенькая в пироге. Ох, горячая какая. Горяченькая еще. Сейчас буду пирог делать. С мясом. Очень вкусная булка и очень вкусная пицца. Тесто тонкое, как мы любим, мы не любим толстое тесто. Сейчас еще пирог с мясом испеку, покажу вам. Попрощаемся, весь день стряпаем, чтобы завтра отдыхать. Готовый пирог с мясом. Вот еще один. Сейчас разрежу, покажу.
хочу наедине поговорить, если вы не против.